Всем привет! Вспомните, какой эффект на нас производят самые захватывающие сцены в кино. Грань между вымыслом и реальностью полностью стирается. Именно поэтому мы даже не задумываемся, а как создателям вообще удалось снять такие опасные и эпичные эпизоды? Что ж, настало время увидеть съемочный процесс изнутри. Поехали! Резня в Блавикене. Все же в восторге от первого сезона «Ведьмака». Шикарная атмосфера, песня, которая стала мемом, ну и, конечно, великолепный Генри Кавилл в роли Геральта. Давайте вспомним конец первой серии. Как эффектно в ней белый волк разобрался с разбойниками. Сверхдинамичное сражение, которое длилось буквально минуту, но этого хватило, чтобы меч ведьмака не оставил противникам шансов. Вот только никакого меча не было. В моменты, когда актер отражает атаки лезвием или безжалостно пронзает им своих противников, в руках у него находится наполовину обрезанное оружие. Другую половину дорисовали с помощью компьютерной графики. Это было необходимо, чтобы Генри Кавилл мог реализовать как можно больше сложных и опасных движений, не поранив при этом других участников съемок. Да, вы не ослышались. Боевую сцену в Блавикене актер исполнил самостоятельно. Трудность заключалась в том, что всем необходимо было двигаться так, будто в руках у Геральта настоящий меч. Признаем, получилось отлично. Том Круз и вертолет. Том Круз, пожалуй, заслуживает звания самого безбашенного актера в мире. Вы наверняка в курсе, все трюки, даже самые сложные и опасные, он стремится выполнять сам. Если страховые агенты за время его карьеры и привыкли к такому поведению, то на съемках фильма «Миссия невыполнима. Последствия» у них наверняка был нервный срыв. Помните сцену битвы на вертолетах? Она включала в себя 360-градусный вираж над утесом, гонку сквозь узкий каньон, погружение в облака и выныривание обратно. Словом, концентрированный смертельный риск. Снимали ее в Новой Зеландии. Только это государство разрешило кинематографистам вытворять такое безумие. А теперь представьте реакцию режиссера, когда Том сообщил ему: «Я отправляюсь в Airbus, чтобы научиться управлять вертолетом». И ведь он сделал это. На подготовку у актера ушло 3 месяца. Он ежедневно уделял тренировкам не менее 8 часов. Просто посмотрите на эти кадры еще раз. 13 вертолетов летят буквально на расстоянии метра друг от друга в узком ущелье. Одно неверное движение может обернуться трагедией. Но Том не просто пилотирует вертолет, а еще и управляет камерой внутри кабины. Этот парень просто псих. Но за это мы его и любим. Псы из «Я, легенда». Согласитесь, фильм «Я, легенда» полон замечательных сцен. Но момент с нападением на главного героя зараженных псов – один из самых драматичных и напряженных в картине. Будем честны, когда омерзительные, разъяренные собаки-зомби с последним лучом солнца срываются с места, у каждого сердце тревожно замирает в груди. Ну а когда один из монстров нависает прямо над лицом героя Уилла Смита, клацая зубами и роняя слюни, усидеть спокойно на месте просто невозможно. Это чудовище же его вот-вот растерзает. Что ж, настало время заглянуть за кулисы, узнать, как снимался этот эффектный эпизод, и посмеяться от души. Потому что процесс создания этой сцены выглядел более чем комично. В то время как Уилл Смит лежал на земле и изображал панику, над ним склонился работник съемочной группы в зеленом костюме, на руку которого была надета кукольная собачья голова. Остается только восхищаться актерским мастерством Уилла. Сдерживать смех в таких обстоятельствах должно быть очень непросто. Реалистичный Джон Уик. За что, ну, кроме потрясающего Киану Ривза, конечно, мы любим остросюжетную историю про отставного киллера. Перестрелки, автомобильные преследования, рукопашные схватки – все это есть и в других боевиках. Но именно в «Джонни Уике» жестокий криминальный мир выглядит особенно натурально. Разгадать тайну успеха этой картины легко. Достаточно просто взглянуть на съемочный процесс. Минимум графики, максимум живых кадров. Чтобы фильм выделялся из общей массы, вся команда –
ежедневно выкладывалась на 110%. Киану, например, чтобы овладеть разными техниками боя, провел в непрерывных тренировках 4 месяца, по 8 часов в день, 5 дней в неделю. Кроме дзюдо и джиу-джитсу, актер научился экстремальному вождению и стрельбе из пистолетов и винтовок. Всю эту сложнейшую хореографию, удар, выстрел, бросок, атака ножом, Ривз выполнял самостоятельно. Ну, мы всегда знали, что он гений, не так ли? Но и этого создателям было мало. Они хотели, чтобы у главного злодея, Вигго, тоже был свой индивидуальный стиль боя. Для этого сыгравшего его Микаэлю Нюквисту пришлось начать тренироваться еще у себя на родине задолго до старта съемок. Даже Эдриан Палики не один месяц посвятила джиу-джитсу, чтобы драка между Перкинс и Уиком смотрелось максимально убедительно. Думаем, вы согласитесь, результат того стоил. Экшен в Хоббс и Шоу. 9-й, только вдумайтесь в эту цифру, по счету фильм киносерии «Форсаж» длится почти 2,5 часа, но пролетают они практически незаметно. «Хоббс и Шоу» радует отличным юмором и великолепным актерским составом, но главное в спин-оффе, безусловно, экшен-сцены. Их так много и выполнены они настолько качественно, что зрители, не отрываясь, смотрят на экран, даже не замечая, что попкорн в ведре давно закончился. Безумные драки, захватывающие погони и тотальные разрушения происходят в разных точках земного шара. Вы же не думали, что все это по-настоящему? Бег по небоскребу, падение вертолета, взрывы, тонны разлетающегося во все стороны стекла — все это создано с помощью компьютерной графики. Как и в «Джонни Уике», в «Хоббс и Шоу» проделана огромная работа, просто другого плана. Так что нам остается только наслаждаться зрелищем. «Кингсмен». Драка в баре в «Кингсмен. Золотое кольцо» по выразительности практически не уступает знаменитому побоищу в церкви из первого фильма. Создается впечатление, что это исполненное акробатических трюков сражение снято одним дублем. В действительности же короткий эпизод состоит из примерно сотни фрагментов, соединенных вместе. По словам специалиста по визуальным эффектам картины Марка Брейкспира, больше всего времени и сил ушло на кропотливую замену лиц, так как почти вся сцена снята с участием каскадеров. Подумать только, на сборку драки, занимающей минуту экранного времени, ушло несколько месяцев. Спецэффекты из 2000-х. Окей, скажут скептики, с современными технологиями и мы бы смогли сделать что-нибудь подобное. Слабо показать пример выдающейся графики начала века? Ну что ж, ау, Сэм Рэйми, настало твое время. Некоторые зрители уже забыли, какие чудеса ты творил в начале 2000-х. Фанаты легендарной кинотрилогии уже наверняка догадались, о чем идет речь. Человек-паук образца 2002, 2004 и 2007 года своими спецэффектами просто сразил аудиторию наповал. Это круто. Вот, например, эпичное появление человека-осьминога из второй части. Видны мелкие недочеты, если внимательно присматриваться. Ребята, это было 16 лет назад. Недаром же фильм получил «Оскара» за лучшие визуальные эффекты. «Враг в отражении» тоже был номинирован на премию «Сатурн» в категории «Лучшие спецэффекты» и премию «Бафта» в категории «Лучшие визуальные эффекты». Да даже первая часть не отстает. Взгляните, как картинка выглядела на стадии анимации и какой она стала в итоге. Впечатляет? Не то слово. Компьютерный человек-паук. Какие же изменения произошли в фильмах про супергероя с паутиной на сегодняшний день? Колоссальные. Для примера возьмем последнюю картину «Человек-паук вдали от дома». Визуальные эффекты для нее создавались несколькими студиями, в частности Frame 100, Sony Pictures Imagevox, Scanline VFX и другими. Method Studios, например, добавила главного героя в сцену с катером в Венеции. Трехмерщики Scanline создавали элементали земли и воды, а художники из Sony воссоздали трехмерную модель
модель Тауэрского моста. Огромная команда специалистов увлеклась настолько, что буквально весь фильм в итоге представляет собой буйство компьютерной графики. Даже этот автомобиль смоделирован в программе. Зачем? Видимо, чтобы тестировать границы возможностей визуальных эффектов и расширять их. Сейчас практически невозможно представить фильм полностью свободный от графики. Поэтому остается только гадать, каким будет кинематограф в будущем.